Сьогодні в програмі: що таке анемія та чим вона небезпечна? Як розвивати дитину до дитячого садочку? Чи готова дитина до школи та яка роль мотивації? Поради спеціалістів. Анемію навряд чи можна назвати хворобою. Швидше за все, це стан організму, який називають недокрів'ям, але зовсім не в прямому сенсі, що крові дійсно мало. Анемія – це нехватка гемоглобіна. В нормі у здорової жінки гемоглобін 120-140 грам на літр. Це такі числові змірення. В будь-якому аналізі крові вони є. Рівень гемоглобіну найчастіше знижується у вагітних жінок. Він тратиться на розвиття плода. Можливо, якісь такі затрати осуществляються організмом. Але за цим потрібно слідити. Ведь не зря же доктора просять принести аналіз крові, назначають. При первой явке в женскую консультацию или куда бы ни пришла беременная женщина. Потому что им нужно посмотреть, как себя чувствует женщина. Она может не чувствовать никаких симптомов кислородного голодания или там даже анемии. Анемию чувствуют и женщины, и мужчины, когда она уже слишком сильно выражена. Когда уже головокружение, слабость возникает. Но это уже в разы сниженные показатели гемоглобина. Легкий ступень анемії вагітна жінка може і не відчувати. В небезпеці – плід. Діло все в тому, що на гемоглобіні переходить кислород к плоду. Третій круг кровообращення, який виникає во время беременності. Чоловік їх два – большой і малий, а тут ще маточна плацента. І якщо не буде гемоглобіна, то значить менше кількість кислорода попаде к плоду. Проявляється анемія найчастіше вже в другій половині вагітності. Піку свого досягає між 29 та 36 тижнем. Время йде, срок тікає, неділі відсчитуються, а плод затормажує несколько своє розвиття. Чим далі, тим це грубіє, заметно. При рожденні іноді у таких от анемічних жінок з существенным снижением гемоглобина, отмечают акушеры во время рождения, что плод доношенный, но не зрелый. Но это ведь мы не рассуждаем о внешних проявлениях зрелости, мы рассуждаем о внутренних проявлениях. Малюк може народитися зі слабкою імунною системою, а тому більш схильним до інфекційних захворювань. Развивается сердечно-сосудистая система, развивается головной мозг, который крайне чувствителен к кислороду. А вот. И если он не зрелый, значит, он недоразвит. Ему надо дозреть. А вот. Поэтому, конечно, женщина хоть и никаких симптомов не чувствует, но любые кислородные голодания своего организма она должна контролировать. Или доктор, который помогает ей выносить беременность. Чтобы не случилось так, как я вам рассказала. Анемия бывает разных видов. Чаще всего, конечно, это железодефицитная анемия, то есть нехватка железа. Железо у нас имеется в говядине вареной, в печени, в бобовых железо есть, в яблоках, в гранатах. Ну, то есть ряд вот таких железосодержащих фруктов, где есть витамины группы, вот В12, куда входит красная граната. Усі ці продукти бажано вживати тим, у кого ненормований робочий графік або з тих чи інших причин незбалансоване харчування. Молоді мами, які зараз зайняті построєнням своєї кар'єри, вони не завжди питаються правильно. Некоторі ще сидять на дієтах. Тобто, жінка, предположим, потребляє тільки білкову пищу і не употребляє ту пищу, где содержится железо, где можно чем повысить гемоглобин. При гастриті, зниженій кислотністю, залізо не усвоюється в повній мірі. Тогда тоже дельный совет: сок выжатого лимона, разбавленный водой, или там сок квашеной капусты зимой, пару глотков перед едой и железом чуть сосете. Все ж таки. Но гастрит надо лечить, это отдельный рассказ. Найкращий розвиток для дитини – це спілкування з батьками.
показывая, что они видят на улице, что мама делает, что делает папа. Ребенок в этом возрасте впитывает в себя очень много информации. Пусть он не сможет слаживать пирамидку сразу, пусть он вам не сможет построить башню с кубиков, но ребенок это все запоминает, и в скором времени он выдаст хорошие результаты. При этом не забывать, что ребенку надо показывать и цвета, рассказывать какие, и показывать на улице животных, кошечка, собачка, птичка, поехала машина, поїхав автобус. Йому необхідно чути дорослу мову, однак це повинна бути не просто розмова між дорослими, а звернення саме до дитини. Ребенку важно, чтобы вы показывали ему цвета, что его окружает, чтобы он чувствовал, что рядом есть человек, который его не бросит в новом мире, который поможет ему адаптироваться и понять, что же все-таки происходит вокруг него. После полутора лет ребенок уже может самостоятельно собирать пирамидку, пытаться собирать сортеры, ориентироваться уже в пространстве, где, куда ему надо пойти, что где находится. Он уже может различать животных, различать основные цвета – красный, синий, желтый, зеленый. У такому випадку до 2 років дитина в садочку продемонструє свої перші результати. Зможе пояснити свої дії, та якщо не може сказати, то покаже, що їй потрібно. Желательно выделять на развитие ребенка не менее получаса в день, каждый день, и тогда действительно будут результаты небольшие, но будут заметны уже после недели занятий с ребенком. Поэтому я считаю, что с ребенком надо заниматься уже с годика, а то немножко и раньше, когда ребенок начинает уже вас слышать, понимать, что вы от него хотите. И только тогда надо начинать читать ребенку, заниматься, общаться, и тогда вы увидите результаты. Якщо у 2 роки ваша дитина погано розмовляє або і взагалі майже нічого не каже, це не означає, що вона неправильно розвивається. Некоторые идут в садик и до 5 лет не могут выговориться, не могут правильно поставленная речь, чтобы у них была. Но тем не менее занятия с ребенком, что дома, что в садике, никто не отменяет. Есть дети, которые в 11 месяцев начинают разговаривать. Это все чисто индивидуальные психологические особенности. Но ребенок все понимает, все запоминает. И даже если он не может сказать, он это должен показать, должен найти то, что вы просите, принести то, что вы просите. Либо же сам показать, что он хочет. Поэтому ребенку главное, чтобы ребенок слышал, что вы от него хотите, и смог это показать. Если уже ребенок не слышит, не понимает, то тогда уже стоит обратиться к специалисту. А речь не всегда является показателем развития ребенка. Проводжаючи своїх дітей до 1 класу, батьки відчувають важливість моменту та хвилювання. Як дитина адаптується в школі? Як складеться його подальше шкільне життя? Многие родители ошибочно считают, что если ребенок умеет считать, писать, то есть педагогически готов к школе, то он может идти в 1 класс. Не всегда это так. Ребенок должен быть готов и эмоционально, и интеллектуально. И самое главное – мотивационно. Зовнішня мотивація – це коли дитину приваблюють зовнішні атрибути школяра. Наприклад, красива шкільна форма або гарний портфель. При навчальній мотивації дитина відчуває жагу до нових знань, а при соціальній мотивації першокласник мріє освоїти ту чи іншу професію, наприклад, будівельника. Мотивація – це, в першу чергу, завжди заложений фундамент для навчання дитини. Ребенок должен знать, почему он идет в школу, зачем, что он будет делать. Знаете, как я проверяю мотивацию? Быстро очень. Я спрашиваю ребенка, зачем ты пришел в школу? Зачем мы все учимся в школу? Как ты считаешь? Дети отвечают по-разному. Здесь интересно, здесь весело. Либо для того, чтобы быть умным и так далее. Ответы неоднозначные. Мало кто говорит, что он пришел, чтобы получить знания, да, или узнать что-то новое.
или он здесь учится. Наступне питання. Ти прийшов до школи гратись чи працювати? Многие дети говорят, что играться, дружить, общаться. Вот и в этом проблема. Ребенок приходит сюда играть, а все-таки это труд. Учеба – это труд. Ребенок должен знать, что он приходит сюда трудиться. И эти навыки все приобретают еще в возрасте, когда ребенок ходит в детский садик. Эти навыки нужно привязывать и, скажем так, формировать, когда ребенку еще 4-5 лет и так далее. Батьки іноді несвідомо залякують дитину школою. Проте цим можна спровокувати протест проти всього, що пов'язане зі школою. Небажання вчитися та страхи. Оптимальний варіант, коли дитина налаштована позитивно, а статус учня сприймає як крок вперед у своєму зростанні. Коли дитина знає, зачем він прийшов в школу, отримати знання, трудиться, работать, а не играть и развлекаться, тогда, я думаю, ему легче будет осознавать и сдерживать свои эмоции, да, детские эмоции, свою игровую деятельность, скажем так, и внимание направлять на обучение. Деякі діти починають маніпулювати батьками. Неделя, две, три. И прослеживается такая тенденция, когда ребенок говорит, у меня голова болит, или я плохо себя чувствую. А вы видите, как взрослый, что здоровье, ну, скажем так, благополучно, да, что все в порядке. И вы видите, что это неправда, это не есть так. Возможно. Возможно, ребенок вами манипулирует. Но вы должны изначально понять, что это сигнал. Сигнал того, что он устал. Сигнал того, что ему неинтересно. То есть... Ребенок просто по-другому не может вам сказать. Либо он стесняется, либо боится. На цю ситуацію не можна не звертати уваги. Обязательно нужно отреагировать, нужно разобраться в этой ситуации. Либо он действительно болен, либо у него сейчас ему трудно, ему тяжело, он устал. Либо мотивация по поводу обучения, да, снизилась. То есть ему уже неинтересно что-то где-то и нужна помощь взрослого. Зазвичай це відбувається, коли дитина не бачить перспективи у майбутньому. Їй стає нецікаво. Так часто буває, коли в перший клас приходять уже діти, які все вміють. Педагогически, да, они умеют считать, читать, и когда дети начинают, да, по программе какие-то азы, им просто это неинтересно. Если, конечно, учитель, педагог среагирует и правильно, да, дозированно дает задание, то есть видя познание, да, ребенка, то есть и мотивируя, ведь каждый урок, он не просто обучаемый, он мотивирует на дальнейший урок, он мотивирует на обучение и так далее. Это, ну, скажем так, огроменный труд учителя методический.